Всем привет, и по названию ролика вы поняли, что видео будет про Ирку. Если вы не знали, кто это, то давайте расскажу. Скорее всего, вы видели эти фото. Итак, Ирка — это злобное и худое существо из славянской мифологии. Древние славяне считали великим грехом акт самоубийства, и человек, который укоротил себе жизнь по собственной воле, был обречен скитаться по ночам в облике Ирки, убивая людей и высасывая их кровь, стараясь таким образом восполнить свои жизненные силы. Глаза его светятся в темноте. Оно похоже на человека, но тело обезображено язвами и трупными пятнами. А теперь давайте приступим к видео. Доигрался. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего Хэллоуина и всем удачи и всем пока.